Народ, привет! Категорически рад вас видеть у нас на канале «Мужики у плиты». Сегодняшний ролик я посвящу вопросу не кулинарному, да, а вопросу скорее решения моей насущной проблемы. Дело в том, что сижу сейчас, монтирую ролик про бочонок, который ко мне в руки попал буквально пару месяцев назад. И этот бочонок, он несколько оригинален. Вот о чем идет речь. Как вы можете видеть, да, производитель сделал у этого бочонка прозрачные донцы. Собственно, вот и о чем идет речь. Но дело в том, что по концепту я заполнил этот бочонок дистиллятом и отправил его в свой винный погребок, в подвал, снимать в процесс как раз-таки созревания этого напитка. То есть со дня, когда я залил прозрачный дистиллят, и где-то полгода я буду снимать еженедельно по 5-7 секунд вставочки, как идет процесс а. созревания, и б. хотел отразить вопрос, связанный с долей ангелов, то есть посмотреть, как у нас уходит наше вот это вот волшебство. Но практически месяц у меня сейчас уже идет съемка внизу в подвале, и для себя я вдруг понял, что мне не хватает неких компетенций, неких моих вот знаний, умений, как этот ролик красиво снять, да, для того, чтобы можно было его, не стыдясь, запустить на канале «Мужики у плиты». И решила найти специалиста, который меня, по крайней мере, проконсультирует, не знаю, там, мастера по свету, там, оператора, там, специалиста по видеосъемке, который мне поможет хотя бы настроить видеосъемку в, внизу в подвале, в темном месте, где недостаточно света. С учетом того, что год назад я уже обращался к такому порталу, как Юду, за поиском исполнителя, в принципе, мне вот ребята здесь всю эту кухню очищали, вымывали, я остался доволен этим сервисом. Сегодня я тоже попытаюсь воспользоваться поиском специалиста через этот портал. Поехали! Заходим на сайт yudu.com. Какая услуга мне нужна? Так, требуется съемка и монтаж ролика. Я думаю, 5-7 минут будет достаточно для проекта нашего уважаемого «Мужики у плиты». Наверное, с выездом ко мне. Думаю, наверное, за 2-3 раза мы все это пройдем, все это отснимем. Вот такую вот услугу я хочу. Смотрите, прошло у нас около, наверное, 6 часов. В итоге я забил еще свое объявление. Не совсем я понимаю, сколько это вообще в принципе может стоить, да? Но здесь есть такая градация. Небольшой бюджет, там большой, очень большой. Я поставил серединку, да, то есть некий такой большой. Прописал конкретику, что мне нужно, да, более детально. Заказал выходные данные, потому что у нас «Мужики у плиты» представлены в нескольких социальных сетях, помимо YouTube, чтобы можно было везде эти ролики, да, разместить. И вот смех смехом, за, еще раз повторюсь, часов, наверное, 5, уже появилось 8 предложений. Хотя очень интересно, тут уважаемые исполнители 60 тысяч просят, как-то прям, не знаю, 20, отзывы, все молодцы. Но, если честно, я вот сейчас для себя пробежался по всем по этим ребятам, да, посмотрел какие-то работы. С учетом того, что все исполнители остальные, да, вот помимо этого волшебника за 60 тысяч, предлагают услугу свою за 20, я обратил внимание на паренька, который вообще без отзывов. И в моем понимании, таком вот субъективном, да, есть, что человек, у которого бэкграунда еще некого нет, да, который уже в эти игры играется, да, оказание услуг, он будет стараться на все 100, чтобы реноме себе некое создать. И, по крайней мере, у меня тоже есть понимание того, что я смогу как-то проконтролировать, в случае негативного вот этого развития событий, просто-напросто мы с ним не договоримся. Поэтому выбираю я его в качестве исполнителя, акцептую и
Сейчас буду пытаться с ним связаться. Ну, предлагается мне выбранный исполнитель. Давайте с ним спишемся. Так. День добрый, Иван. Когда мы можем связаться по исполнению заказа? Набирайте. Ну что, ждем звонка. Ну что ж, вчера вечером мы с Иваном списались, связались. Сейчас утро нового дня. Он уже на месте, он уже приехал. И мы спускаемся в наш подвальчик для того, чтобы сделать то, о чем мы проговаривали. Кстати, он любезно согласился поучаствовать в съемках, да, моего видеоблога, за что отдельное спасибо. Спускаемся в подвал. Так, Иван, здесь поаккуратнее чуточку. Ага, ага. Ну вот, собственно, вот мы здесь, поле нашей битвы, где вот родится сейчас этот шедевр. Ну что скажешь? Тут, конечно, света недостаточно. Я бы добавил еще. Я могу принести света из машины. Слушай, давай, давай. Ну это вот та проблема, которую, собственно, и надо было решить. Хорошо, сейчас вернусь. О, это что за пушка за такая? Вау! Тут довольно сильно не хватает заполняющего света, так что мы используем прибор, который светит с потолок. Слушай, у меня сейчас все эти самые разбегутся, мои пауки, по всем углам, кущам. Ну что, здорово, давай, продолжаем тогда. Мы сейчас добавим еще рисующего света, чтобы он добавил нам, скажем, оттенка. Это нам поможет сделать более красивую картинку. И еще один светильник, чтобы подчеркнуть, скажем так, фактуру самой бочки. Пузырь пошел. О, это не пузырь пошел, это ангел полетел со своей долей. Да, чувствую, мне пора уже будет денежки подкапливать на такой аппарат. Вообще дорогая техника, нет? Достаточно. Значит, буду заказывать исполнителя на Юду. Понимаешь, Вань, какая вот основная концепция, да, у меня была? Источник света с той стороны, и отсюда я статично ставлю камеру, и на протяжении полугода, там, раз в неделю, да, ну, наверное, там, секунд по 5, по 7, снимаю короткие ролики, да, отрезки, которые надо будет потом свести, чтобы можно было увидеть, вот, процесс созревания дистиллята внутри бочки. Ну, то есть вот, когда вот мы прозрачный залили, и когда вот мы этот янтарный уже продукт готовый получили. Плюс еще посмотреть, как у нас будут процесс идти с долями ангела. То есть вот видишь, сейчас месяц прошел, и уже практически на палец вот эта воздушная подушка у нас появилась. И вот сейчас получается, что когда я запускаю камеру, да, во-первых, она, ну, трясется, шатковалка, да, фокус уходит, да, неким образом. Я просто боюсь, что потом, когда вот будет монтаж ролика итоговый, вот, я не поймаю вот этот вот, ну, чтобы было все по фэншую, да, красиво. Вот, поэтому, как бы, я и прошу, чтобы вот подключился и... А, сейчас что-то сделать и потом с монтажом помочь. Могу предложить более надежный штатив, у меня он лежит в машине. Поставить камеру на него, и картинка выйдет более стабильной. Ну, ты понимаешь, что это 5 месяцев, как минимум, еще он будет здесь. Это включено, по сути, будет в сумму заказа. А, то есть есть возможность, да? Это давай, будет бесплатно. Давай, давай, это интересно. Хорошо. Камеру я вам выставил, она снимает стабильную статичную картинку, настройки также выставлены, и все, выдержка, диафрагма. То есть, мне еще принципиально важно, вот месяц, который я уже снимал, не пропадет, то есть, получилось поймать вот ту картинку, которая была у меня до этого, с этого 250-рублевого японского китайского чуда. Да, картинка никуда не пропадет, это можно также брать в монтаж.
Это, скорее всего, его. Ну, смотри, монтаж на тебе получается, поэтому это уже с твоей проблемой. Без проблем. Отлично. Ну, значит, не проблема то, что стоечка здесь постоит, да, у меня тут оставшись там 4-5 месяцев. Ну и тогда, Иван, тебе огромное спасибо, что приехал. Вот, и тогда встречаемся с тобой месяцев через 5. Да, из монтажа я сегодня пришлю уже несколько кадров. И вы сможете посмотреть. Чтобы я уже в этот превьюшный ролик вставил и нашим подписчикам, нашим зрителям этот ролик запустил. Спасибо. Ребят, по большому счету, свою задачу, которая для меня стояла, я на самом деле решил. Помог мне в этом, да, вот этот портал Юду, но еще раз повторюсь, уже не первый раз я прибегаю к его функционалу, да, для того, чтобы найти исполнителя. Будете смеяться, вчера мы с Иваном отснялись, он мне уже сегодня с утра прислал материалы, которые сейчас я вам обязательно покажу, но в целом весь ролик вы увидите, я так думаю, месяца через 5, когда ему мне до ума доведут и сведут всю эту вот красоту, когда мы посмотрим, что же происходит у нас с дистиллятом внутри бочки. Ну и смотрите, наслаждайтесь уже сейчас кусочками, которые мне Иван отснял. Пока!